Всем привет, ребят. Дело в том, что последний раз я записывал ролик за снайпера аж 24 февраля. То есть я по факту не выкладывал ничего на канал за авика, получается, месяц. Поэтому сегодня, ребятушки, мы покатаем с вами за снайпера. Вот мое снаряжение, элитный шлем, жилет снайпера Спектр, перчатки Ромео и элитные ботинки. К сожалению, нет у меня атласов, поэтому только элитный. На самом деле, мне интересно вообще, как я этот видос запишу, потому что я за авика не играл очень давно. То есть последние 4, наверное, недели я... 4 дня. Я играю только за медика, либо за инженера. Наверное, даже не 5 или больше недели я играю только с стрелковыми классами. То есть за авика я вообще там ни флики, ни фазумы, я сейчас абсолютно это все не чувствую. Поэтому мне самому интересно, как я отыграю. Перед началом видоса буду благодарен, если бахните по лайку, а также проверьте подписочку на канал. Ну а всем приятного аппетита и приятного просмотра. Сейчас я расскажу, как получить за 1000 рублей аж 10 тысяч кредитов. Первым делом вам нужно будет зарегистрировать новый аккаунт по ссылке в описании. Почему новый аккаунт? Да потому что на новом аккаунте действует акция x2 к первому платежу. То есть вместо там 1000 кредитов вы получите целых 2000 кредитов. То есть или там вместо 5000 кредитов вы получите 10 и так далее. Следующим шагом вам нужно будет авторизоваться по второй ссылке в описании, а именно в акции брокера. Следующим действием вам нужно будет просто выполнить задание за 8 дней. Как только выполните задание за 8 день, у вас уже суммарно накопится скидка в размере 60% на пополнение счета в игре. И тем самым всего лишь за 1000 рублей вы сможете получить 10 тысяч кредитов. Все ссылки в описании, ребята, конца акции всего лишь 10 дней, поэтому воспользуйтесь. Кстати, еще, ребята, у меня двойные пистолетики. Вот, маузеры, так сказать. Недавно их буквально прокачал. Опять же, прокачанные, они у меня очень плохо. Поэтому, наверное, может, лучше даже, если бы я какую-то лупару да поставил. Главное сейчас попасть, пацаны. Главное попасть, потому что я что-то на очке жестко попал. Господи, как сложно, ребята, вы не представляете. Ой-ой-ой. Ну, это жестко он меня убил, конечно. Пока 0-2, нас просто чпокают, я там еле-еле убиваю, но в целом надеюсь, что мы что-нибудь хорошее да сделаем. Да. Так, соло-инженер остается, пацаны. Работяга или где, как думаете? Мне кажется, он где-нибудь в зиге. А не, работяга до сих пор ласт. Я сейчас выхожу просто и сразу... О, мы выиграли раунд, ура! Я ничего не сделал, но мы выиграли. Это круто, это приятно. Ладно, короче, главная задача, пацаны, не проиграть матч, потому что, как бы, ну... Ну, я настолько сейчас неуверенно себя чувствую, типа, прям, вообще, флики, не флики, сенса в прицеле. Вообще, типа, ничего не понимаю, как работает, ну ладно. Поэтому играю, ребят, аккуратно. Спина. Ой, я вообще не чувствую флики, ужас. Так, фаст работяга, да, вроде как? Сига! Я не чувствую фазум, я ничего не чувствую. Это катастрофа, пацаны, просто вот реально не играть снайпером больше. Типа 2 недели это смерть. Блин, я вообще не чувствую, блин, сенсу в прицеле, это просто позор. Ой, нормально, хотя бы фликнуть чуть. Нормально, 3-2. Слушайте, ну мы выиграем, но я играю так мусорно, я просто вообще не попадаю, пацаны. Вот реально просто, вроде бы понимание есть, да, ну как бы надо поиграть хотя бы там 5 мясорубок, чтобы вернулась, типа, моя стрельба, типа, флики и все вот это. Потому что просто это вообще не чувствуется. Мне кажется, он сейчас будет вот там, да? Мне кажется, он там будет, правильно? Или нет? Или да? Или да, ребятушки, 4-2. Слушайте, блин, я вообще ничего не делаю, моя команда меня бустит. Мне такое нравится, такое как бы, ну, это приятно, реально. Офигеть, просто моя команда меня бустит, ребята, это просто, вот это кайф, реально. У меня такого никогда в жизни, мне кажется, не бывает. Я просто, понимаете, играю просто в единичку, спокойно, у меня чел 15 на 6 играет, все остальные в целом, как я, играют, но все равно, как бы, 5-2 выигрываем, при том, что я ничего практически вообще не делаю на карте. Да, я там завожу интрю, типа, да, я, типа, в целом, ну, как бы, делаю полезные вещи, типа, кроме сейчас, да, вот сейчас я сделал плохую вещь, но в целом, как бы, я дал килл. Найс. 6-3, сыграл 7-9. Супер катка, ребят. Попались против фулл скобки клана. Это вообще просто очуметь, пацаны. У нас еще ни одного меда нету. Право. О, я попадаю, пацаны, я хоть что-то попадаю. Да ну насмерть. Оплотка, оплотка, пацаны, оплоткайся, оплотка. Убил. Попал такой пиксель жесткий. Еще меньше. Граната! Найс, 7-1, пока нормально идет. Боже, я не такой не попадаю, пацаны, такой позор. Быстро дашь. Хорош. Фух, ну нормально, в спину поджал, типа не были готовы. Выиграли раунд, молодцы.
колонны, чел. Найс, хорошо. Ой, как это было сильно, братья. Вот это прям, пацаны, уже, знаете, типа так почувствовал, поняли? Почувствовал, неплохо, да? Убил одного. Смотри, мост. Нет, у меня штурмовичок. Штурмовик мой труп. Вот мой труп. Блин, попал бы сейчас, вообще минус 3 дал бы. Но я, к сожалению, ребята, мусор, поэтому это база. Это база. Я никого не вижу, убил меня. Найс, он где-то у меня, на шерспе. Просто иди, сядь на месте. Вода. Под нашим мостом. Он где-то арку убил. Найс, хорошо. Как же я его считаю просто. 3-0, пацаны, 3-0, 7 на 4 играю. Кашкатка сложнее, ну по счету, по крайней мере. Но в целом я доволен. Угу, где ласт? А, он тройка, ребята, по кому стрелять-то? Найс, хорош. Что-то вообще не понял. Вроде как стреляли по двойке, а он непонятно вообще было. Так, тройка 100% сейчас зайдет, 100%, я прям уверен. Я думаю, что да, авик вышел. Вор нету. Ну, классный дистайминг я ловлю. Один, по-моему. Был, скала. Хороший смог. Вы видели, что мой просто тиммейт делает? Просто кинул мне смог, из-за которого я просто не мог никого убить. Мне пришлось открыться левее смока под хреновый спот и умереть. Ну, понимаете, вот люди ничего не понимают. Они просто вот укидают смог. А почему? Они даже не задумываются, что этот смог просто заруинил раунд. Блин, я как-то тэпнул чуть. Найс. А, там этот, штурм его резнули, я не увидел. А что вы делаете? Что вы делаете? Не, вы просто идиоты, блядь, я не знаю, пацаны, вы просто идиоты, блядь. Я не знаю, я просто не знаю, что мы проигрываем, реально. Я просто не понимаю, типы просто такие обосранные, блядь. Я понял, наш медик умер. Если я сейчас промахиваюсь, мы проиграем раунд просто-напросто. Ух, слава богу, у меня есть пистолет имбовый, который мне помог выиграть раунд. Просто 7-7, я не могу, мне так горит. Бомба установлена. Прикиньте, снайпер просто в пикселе сидит, я не знаю зачем, правда, ну да ладно. На красном? Найс, хорошо, пойдет. Ужас, как хорошо. Не попадаю. Не, он шот в голову, прикиньте. Просто не шот. Плент, разменяй. Все, плент, найс. Блин, бочки. Я просто фликнул в бочки. Ну, прикиньте, я бы что сейчас сделал, если бы попал. Уиф, смачок его чпухнул. Пропикаем пиксель, наверное, так. Раз, два. Оп, убили пиксель. Ну что вот он стоит? Зачем? Я не понимаю. Он же вверх будет квадрат. Какой же полезный снайпер, пацаны? 7 киллов, 0 импакта. Вот это вот хороший снайпер, реально. Просто последний остается сзади команды, ничего не делает. Вот убивает меня там. Ну, молодец, хорошо. Арку возьмите, пацаны, мне. Надо попасть, пацаны. Очень хочется попасть, не обосраться. Ага. Угу. Мне хана. Блин, я не попал. Ну я бы попал такой, если бы я попадал. Но я не попадаю такое, это просто трэш. Нас еще. Вверх. На, 6-1. Нормально. В жесткими командах. Очень хорошенькая. Такое не попадаю. Это базовый промах. Это тоже. Ну, я бы тут попал. Мы
Ну просто, ну отец. Вопросы? Вопросов нет, правильно? Ладно, сейчас пойдем пикать зигу. Надеюсь, завезу хотя бы парочку киллов на длине. И все у нас будет в команде прекрасно. Идем сюда, ребята. Ждем взрыва правой стороны. Пикаем. Убиваем инженера. Допикаем дальше. Не убиваем никого. Уходим. Они тратили 2 молика на меня тратить. Офигеть, прикиньте, 2 молика. Ну, не, ну такое я не фазумлю. Ну ладно, нормально. Фазумил более-менее нормально уже. То есть уже вот к концу какой-то четвертой или какая катка, уже к концу этой катки я потихонечку начинаю хотя бы фазумить. Это меня немножко радует. Ай-яй-яй, блин, надо было уйти влево. Найс, хороший молик, грамотный. Не, молики это имба, прям очень жестко. То есть он даже не успеет зайти, он уже сгорит. Это прикол. Уже укатился. Ой-ой-ой, да даже флик такой был. Микрофлик, но он прям уверенный был. Это уже меня радует, смотри, такое. Надо попасть, пацаны. Попал, хорошо. 2 выстрела. Нормальная броня. Не, ну спектр, конечно, вообще ватный конкретно. 2 выстрела с V3 така, пацаны, на такой дистанции. Офигеть. Что сказать, ребят, я мусор. Вот, вообще, вот реально не играл авиком, вот толком, 1,5 недели, наверное. Просто ужасно. Не чувствую ни фликов, ни темпа. Вообще путаюсь в мувменте, потому что просто непривычно. Ну, вроде как к концу уже более-менее раздуплился. Типа норм чувствую, вот. Но чувствуется все равно, что как бы плохо. Пока что плохо. Но на этом все, братья. Спасибо за просмотр. Всем пока.